Пойдем? Пошли. Доброй ночи всем, друзья. Время без 23. Дождик сильный пошел. Ой. Ну, тепло. 20 градусов тепла. С Семкой вышли. Разбудил нас. А потому что окно здесь открыто. Наташа тоже просыпалась. Она закрыла свое окно. А я не закрыл. А дождик все шумит и шумит и шумит и шумит. Сейчас перескочу туда. Тоже включу свет. О! Это уже сегодня, получается, у нас 29 июня 2024 года. Ну, как и обещали, пойдет дождик. Вот он и пошел. Но он превращается в ливень. Так, сейчас посмотрим. Ну что, сработал? Во, сработал. Сенсор. Сенсорная лампа сработала. Ага, пускай горит. А, пойдем посмотрим сейчас с той стороны, как у нас водосливная система работает. Здесь сухо. Видите, здесь сухо. Вот она льется, водичка. Водичка льется. Здесь я еще не копал. Ну, такая жара, я не стал копать. Дренажную систему. Так, мельница пока. Ну, покачивается, да, да. Ветерок небольшой. Ну, тепло, тепло. Так, перебегу туда. Вот на эту качельку сейчас присяду. О. Так, где тут у нас не льется? Ой. А Семка там остался. А здесь сухо. Вот под этим козырьком. А вон Семка лежит. Жулик. Вот разбудил нас этот шум дождя. Но ничего. Потом пойдем ляжем, опять уснем. Включу какой-нибудь фильм и под этот фильм усну. Надо посмотреть, сколько показывает градусов. Ну, не домой, конечно, пойду, а на мобильном телефоне посмотрю, сколько точно. Вот открытое окно. Нас, как говорю, и разбудил. Еще у меня с этой стороны открыто окно. С этой. У Наташи там открыто. Везде окна открыты. На кухне все, все. И с этой стороны окно открыто. С той. Только большое мы не открыли, потому что комары там залетят. У нас там москитные сетки мы не поставили на большое.
Так вот, друзья, посмотрел я на мобильном приложении, сколько показывает градусов. 21 градус в Елгаве показывает. Сёмка. Сёмик. А, комары кусают его, комары кусают его. 21 градус. Дождик усиливается. Ну, как обещали, ливни. Сейчас я туда пойду. О, Сёма пошел. Куда-то пошел. Дождик усиливается. Ага. И да, как раз направление у него оттуда. С запада. Вот почему, видите, вот немножечко попадает на машину. А вон где крыша. Он такой косой. А здесь нет. Ой, 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 ой. А здесь вот, пожалуйста, видите, как сухо. Сёмки пойду. Хорошо. Ну, вчера такая париловка была. Давай здесь, Сёма, посидим. Иди сюда. Сёмик, иди сюда. Иди сюда. Вот прыгай сюда. Прыгай сюда, прыгай. Ой, Сёмка со мной. Во, прыгай. Молодец. Во. Здесь, посиди здесь. Тебя комарики кусали, да? Комарики кусали тебя. Выспимся. Сейчас Наташа в отпуске. О, да, комары, комары. Я отгоняю комариков. Они ему носик вот здесь вот кусают. Послушайте шум дождя. Ночной шум дождя. Покажу я вам вот Вита. Это Наташа. Подкармливает цветочки все. Вита. Он там, он кристаллон. Кристаллонс. Эти удобрения. Мне вот так вот чередует. То Витой, то кристаллоном. Или просто водой. Заодно вот вам расскажу. Я в прошлом году, позапрошлом году рассказывал полностью весь процесс. Как надо подкармливать, ну, поливать эти цветы. Надо будет потом повесить еще эти петуньи вторые сюда. Ой, вон там они у нас. В ясельной группе. Ой, какой воздух, друзья, такой свежий. Ну, правда, нету ни грозы, ничего нет, ни грома, пока нету. А Портулак спит. Во, видите, цветочки спят, а люди с собачкой не спят. Ну, Наташа, по-моему, уже, наверное, уснула. Наверное, будем заканчивать, тоже пойдем спать. Пойдем, наверное, сейчас... Сёмочка, ты тут сиди, да? О, скажи зрителям, не забывайте, поставьте лайк за ночное видео, да? Подпишитесь на наш канал. Ай. Да, Сёмка спать хочет, да? Сёмка спать хочет, да? Да, да. Сейчас я пойду отключу там свет, огонечки. Вот такое вот небольшое ночное видео вам показали.
Вот цветочки, как ночью вам никогда не снимал. Да, во. Выполняя просьбу всех подписчиков, подписчиц, которые говорили, спрашивали, а вы покажете потом, когда будут цвести эти гортензии? Конечно же, вот, смотрите, вот они, гортензии, вот это вот красные гортензии. Но они, конечно, сейчас пока еще, видите, какого цвета, такого салатного, красивого цвета. Но они потом будут красные. Вот бутоны как открываю. Это буквально за вчерашний день, жаркий, сильно они начали распускаться. Во. Видите, какие бутоны гортензии. А на этой стороне желобов у нас нету, вот водосливных. Мы специально ставили. Видите, как на гортензии поливают хорошо. Вот это яблоки висят. И гортензия. Вон тут молодая гортензия. Вот здесь, вот она. Вот, вот это. Вон как льется на них. Вон сколько яблок. Ну там темновато. Так, покажу. Как тут у нас течет. Да, водичка. Водичка течет. Буль-буль-буль. Все, иду отключать. Так, отключаем сначала. Сначала отключаем огонечки вот эти. Отключили. Теперь основной свет отключаем. Отключаю. Ну, теперь идем домой, там отключаем. Все, пойдем, Семка, домой. Всем спокойной ночи. Завтра увидимся, друзья. Спасибо всем большое за поддержку нашего канала. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Зрители, кто не подписан, до свидания. До следующих видео. Спасибо всем большое, друзья. Все, пойдем.